после матча пресс-конференции наставник Владимирского «Торпедо» Александр Николаевич Горбачев. Александр Николаевич, наверное, самая неудачная игра Владимирского «Торпедо» в этом сезоне. Вот с чем это связано и какие выводы на будущее нужно сделать команде? Ну, бывает такое, знаете, залетело все, что было, да, вроде бы, как бы, должно быть, по идее, да, у нас преимущество в чем? У нас не дали результат, вот, мы играем дома, была такая уверенность, что мы хорошо сыграем сегодня, но, как бы, начали играть, видели, да, первые, там, 4 минуты, то есть соперник был супер мотивирован, а мы не были готовы к такому давлению. Наверное, это и заслуга соперника, и наша вина. То, что вышли, как бы не уводили команду, да, вот такой как бы ответ, не то, что ответственность, но напряжение. То есть, ребята, неважно, с кем мы сегодня играем, не смотрите на турнирную ситуацию, не смотрите, сосредоточьтесь на своих национальных обязанностях. Не получилось, потому что... Георгий, здесь есть. Заходите, мы сейчас продолжим. Ага. Ну, сейчас быстро. Или вместе присаживайтесь. Давайте, Сергей Вячеславович, присаживайтесь. Вот такая у нас будет сейчас веселая пресс-конференция. Александр Николаевич продолжит отвечать, что не получилось, а потом мы Сергея Вячеславовича спросим, что получилось у его команды. Ну вот, и как бы не уводили, да, от той, с кем мы играем, да, и какая мотивация у соперника. Не получилось. Потому что футболисту в голову не залезешь. Что бы ты ни говорил, если там сидит как бы, такая боязнь, да, ты ее не выкинешь. Хотя вот минимум информации было по Ленинградцу, вот максимум по нашей игре, что нужно играть. Нужно играть, ребят, не смотрите в таблицу, сосредоточьтесь на своих функциональных обязанностях. Ну, а соперника поздравляю, которые полностью переиграли и в моментах, и в единоборствах, и в движении, и в мотивации. То есть соперник был настолько заряжен, что мы не справились. Мы не справились с таким давлением. Ну, вот. Пользуя случаем, хочу поздравить. Я еще, помните, в Санкт-Петербурге поздравил. Команда хорошая, целостная, заслуживает выхода в премьер-лигу. Это однозначно, без всяких вопросов. Сергей Вячеславович, а можно сказать, что вот залетело сегодня в первую минуту все, что не залетело в Санкт-Петербурге в нашем матче? Хочу поблагодарить за поздравления. Да, хочу сказать, что «Торпедо» действительно достойный соперник. Это мы почувствовали себе в первом матче в Санкт-Петербурге. Это стоило неимоверных усилий. Вырвали эту победу. Я вот тогда на пресс-конференции сказал, потому что это самая тяжелая, да, игра была и тяжелая победа. Потому что соперник действительно играл очень здорово против нас. Ну, а в этой игре вы видели, правильно сказал коллега, что вышли заряженными. И вот эти первые быстрые два гола, конечно, предопределили дальнейший ход матча. Когда ты сразу получаешь такой гандикап, 2-0. Видно было, как, в общем-то, соперник агрессивно сразу, в общем-то, полез вперед. И вот эта череда угловых достаточно неприятна для нас. Задача была только выстоять. Но потом на контратаках ловить. Все-таки у нас Игорь Дмитриев быстрый игрок. Были зоны свободные, которые мы пользовались. Там справа у нас вышел Разманов. Никита тоже быстрый игрок, в общем-то. И мы с ответными атаками забили третий мяч, стало полегче. Ну, во втором тайме играли по счету. В любом случае, спасибо за поздравления. Спасибо за поле, которое вы подготовили. Мы вчера вышли на разминку. Да, специально для вас. Получили такое удовольствие. Наконец, у нас, к сожалению, на Петровске все никак не может трава подрасти. Мы тоже начинаем мучиться. Вот. Вы тоже приезжали, тоже играли на огороде. Но делали заработники стадиона все возможное. Но у нас такой климат. Все равно, да, климат. Ну, там аура, да. Просто аура. Стадион, конечно, раздевалки. Да, это все-таки там все это ощущается. Там Бавария, там, да, вот эти великие клубы там играли. Зенит, естественно. Поэтому спасибо за поздравления. Сезон был непростой. Мы, в общем-то, решили задачу. Это самое главное. Поздравляю и руководителей клуба, и ребят, которые работали. Все-таки мы тренеры тоже должны их благодарить, потому что они проливают, как говорится, пот и кровь, работают на сборах усердно. Вот, так что сезон для нас очень удачный, успешный, и мы решили эту задачу. Вопрос. Сергей Вячеславович, Никита Разманов выходит
второй раз на замену и результативно? Это какая-то интуиция или план определенный? Да нет, просто он неплохо выглядел. Поэтому получил место. Вас сегодня игроки подбрасывали в воздух после матча. Мне все деньги выпали. Надо бежать сразу посмотреть, что там. Ну, сейчас пойдем посмотрим. А там крупные купюры были? Очень крупные. Евро. 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 Я шучу. Ну, это первый раз ваши коллеги? Первый раз. Выиграл там гранатки нас в Усиновской сборной бросали. Дай Бог, чтобы не последний. Дай Бог, чтобы не последний. Всех Питера. Спасибо вам большое. Вам здесь процветание, чтобы клуб рос. Хорошо. Да. Удачи вам.